Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Таксикул, ФБР на связи, как вы видите. Сегодня рубрика «Бесплатная школа таксиста», и мы с вами поговорим на такую тему, как, собственно говоря, штрафы за нелегальное такси в Польше. Сколько он составляет, вы все, наверное, слышали, да, что в Польше там люди в Варшаве работают в такси, зарабатывают кучу денег, но ни один блогер толком не рассказывает про то, какие штрафы, с чем можно столкнуться, с подсадными утками и так далее и тому подобное. Значит, смотрите, ребятушки, тема такая, что садят подсадного клиента, который едет с вами, и потом в итоге вас штрафуют. Штраф составляет, на секундочку, в такси таком, как вот вы берете, там, по Болту, по Уберу, 18 тысяч злотых. В гривнах это, вот я перевел специально вам, чтобы вам было проще, 153 тысячи гривен, потому что злоты сейчас 8,5. В долларах это 3642 доллара, там, с копейками. Ну, копейки уже даже не будем брать в счет. Просто вот, чтобы вы понимали, 3642 доллара штраф за то, что вы работаете в Болте, Убере нелегально. Возите пассажиров. И это не просто какой-то придуманный штраф, это вот недавно выписали человеку 18 тысяч злотых. Подписчику нашего канала, который вот знает все про вот эту тему. Вот просто представьте, да, на секундочку. Могут, конечно, чуть меньше выписать штраф, но выписали вот такой вот штраф. Доказывается это все очень легко, ребятки. Просто изи. Плюс ко всему, Bolt и Uber запросто дают все данные по поездке для того, чтобы вас оштрафовали. Пишите свое мнение по этому поводу. Всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, лосики, лайкосики. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов адекватных. Внизу по ссылке под видео. Также, ребятушки, кому нужна из вас страховочка, залетайте по моему промокоду TAXIKUL21 и по ссылочке внизу под видео, там где я сам себе делаю страховочку. Вы сможете сделать себе страховку и сэкономить 10%. Всех обнял до хруста. Пока-пока. До новых встреч. Да разведем же срать в комментах.